Всем привет, мои дорогие друзья, гости моего канала. Вы на семейном творческом канале Мисс Али, и с вами я, Лёля Рукодельница. Сегодня у нас с вами будет обзор покупочек из магазина Fix Price. Первое, что я вам хочу показать, мы купили вот такие бананы сушеные. 55 рублей цена за 70 грамм. Сушеные бананы, состав бананы сушеные. Так, кто у нас? Вьетнам, изготовитель Вьетнам. Вот такие бананчики сушеные Серафима взяла себе брать в школу. Ну, вот прям упаковочку можно взять на перекус в школу. И еще она себе выбрала вот такой манго сушеное попробовать, тоже этой же фирмы Вьетконг. Ноль жиров, белки и углеводы. Манго сушеное. Но здесь уже идет, смотрите, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, есть консерванты сорбат калия и какой-то пиросульфит натрия. То есть, если это более натуральный, то здесь какие-то у нас еще добавки. Ну, попробует. Тоже можно вот прям упаковочку взять с собой в школу. Достаточно будет сытненько. Дальше. Наши покупочки дальше. Вот такую алмазную мозаику взяли. Кстати, посмотрела по цене, они были по 77 рублей. Сейчас они уже пробиваются по 99 рублей. Это у нас птичка калибри, набор для творчества, алмазная вышивка. Здесь у нас холст с нанесенным рисунком, палочка, диск и сами алмазики. Кстати, алмазики кругленькие и такие достаточно миленькие, посмотрите. Мы уже собирали очень много алмазной мозаики с Fix Price, ну, около 5 штук точно. Получается красиво, очень так миленько, оригинально. Вот такой вот еще наборчик взяли для творчества. Дальше мы купили вот такой блокнот. Не знаю, сколько он стоит. Блокнот в клеточку. Здесь у нас, ну, самый обычный блокнот на пружине. 128 листов, формат А6. Как-то мы в этом году не купили блокноты, а он все-таки нужен для каких-то своих записей в школе. Вот такой блокнотик, самый обыкновенный, с котиком. Дальше мы купили вот такие вот наушники. Серафима себе выбрала с бананом. Увидели на кассе. 149 рублей их цена. И они с микрофоном. И вот такой у них идет чехольчик. Наушники с микрофоном, чехлом. Так, производитель у нас Китай. Ну, длина провода 1,20 м. Вот такие вот наушнички. Смотрите, здесь идет вот такой чехольчик, ну, самый простой бананчик. И вот такие наушнички с микрофончиком. Кстати, они выполнены как AirPods, да? Вот такие наушники у нас куплены. Дальше. Вот такую папку мне купила Серафима. Она стоила там 77 рублей. Друзья, так здесь две штуки. Папки с цветной молнией, принтом две штуки. Я еще такая думаю, ничего себе, 77 рублей за одну папку. Но, в принципе, думаю, в других магазинах они там в районе 100-150 рублей. Думаю, ну ладно, возьму. И не прочитала, что здесь две штуки. В общем, мне я выбрала такие папки себе, купила мне их Серафима в подарок. Но это же ее были денежные денежки. Она говорит, мама, выбери. Взяла я их для своих процессов, для хранения процессов вышивальных. Много видела у девчонок на каналах, что они хранят свои процессы в таких папках, что это достаточно удобно, чтобы нитки не валялись, не пылились. Но то, что здесь две штуки, это вообще круто, конечно, друзья. Они выполнены из такой достаточно плотной клееночки, знаете, похожие на обложку для книг. И выполнены они вот на такой змейке, смотрите. Вот, раз, закрыли, раз, открыли. Очень вкусно пахнет клееночкой свеженькой такой. В общем, выбрала такие вот арбузики, и тут две штучки. Но для 77 рублей, для двух штук, это супер цена, яркие такие для своих вышивальных процессов. Приведу все в порядок. Дальше мы купили вот такую вот еще картину по номерам на картоне 30 на 30 волшебная мандала.
Творчество для всех возрастов. От фирмы Лори мы уже покупали. У нас раскрашивается от этой фирмы тигр. Вот он. Вот он раскрашивается. У Серафима осталось буквально немножко. Класс. Она говорит, что захотела что-то более яркое порисовать, поэтому выбрала себе вот такую мандалу. Так, здесь у нас с вами идут краски в наборе и вот такой вот рисунок. Давайте посмотрим. Она идет на картоне, не на холсте, а на картонке. Ну, тоже, кстати, неплохо. На картоне мы раскрашивали от Фикс Прайса другие работы. Вот такие красочки. Смотрите, какие пастельные классные оттенки. Кисточка тоненькая. Идет листик. И вот сама работа. Кстати, достаточно здесь такие крупные детальки. Так, это у нас картина по номерам. Ее цена 249 рублей. Но я считаю, можно было бы и подешевле сделать на самом деле. Так, следующая наша покупка — это мешок для обуви. Не помню цену. Серафим увидел, сказал: мама, все, ананас, он мой. Он там последний оставался. Вот такой, посмотрите, милый ананасик. Здесь у него ткань, а тут не промокашка. То есть он не будет промокать. Вот такой вот мешочек для обуви. Не знаю, надеюсь, и обувь сюда войдет. Потому что какой-то он такой не очень большой. Но у нас где-то есть мешки для обуви, надо поискать. Так, производитель у нас Китай, полиэстер, хлопок. То есть сверху это хлопок, внизу полиэстер. Ну, такой прикольненький ананасик. Так, это у нас мешок для обуви. Следующая покупка, которую себе купила Серафима, это вот такой вот, не знаю, что это, в общем, собери свою коллекцию кукол. Здесь кукла идет с подставкой из плотного картона. И идет книга «Головоломки, раскраски плюс наклейки». 51 наклейка. Называется «Ловкий суперкот». Ну, это Леди Баг. Вот, отгадывайте уникальные. А вот тут что-то и по номерам можно раскрашивать. Не будем открывать, пускай Серафима сама откроет. Возраст 0+. Вот такую штучку она себе выбрала. Купила давно, она себе хотела зеркальце. Цена 149 рублей. Выбрала она вот такой вот с подставочкой. Котик такой, посмотрите, милый, такой розовенький. Оп, сейчас мы его сразу откроем. Здесь у него такие ножички антискользящие имеются. Зеркало двигается вот таким образом. Такое вот милое зеркало с котиком Серафима себе выбрала. Так, дальше. Что у нас с вами идет дальше? Серафима купила себе вот такой универсальный набор фломастеров. Наконечники в форме кисти 12 штук и стандартный наконечник 14 штук. Взяла, конечно же, для раскрасок антистресс. Здесь 26 цветов, цена 149 рублей. Нет, 249, по-моему. Не помню, девчонки. По-моему, 249. Значит, это у нас производитель, ну, КНР, как все, как обычно. В марте 2021 года изготовлены свеженькие. Вот такие вот фломастеры для антистресс раскрасок и вообще рисовать. Хотя у нее есть эти копики. Хотя у нее есть копики, но вот смотрите, какие классные, яркие цвета, вообще обалденные, да? Столько красивой канцелярии, конечно, появилось. В нашем детстве такого не было. Так, ну вот тут вот я вижу, что идут обычные, а вот здесь вот кисточки. Давайте посмотрим кисточку. Вот так вот она выглядит. И она в форме кисточки, но она жесткая кисточка. То есть есть в форме кисточки мягкие, такие жесткие. Просто заостренный уголок. Вот такие фломастеры.
Следующая наша покупка, 300 рублей цена ее. Это магнитная маркерная меловая доска. Имеет регулируемый угол наклона, два мелка в комплекте, но маркеров самих в комплекте здесь нету. Мы долго выбирали, потому что они почему-то хоть и в упаковке, но все были какие-то покоцанные. Она выполнена из дерева. Деревянная доска. Сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим. Фирма Kids Fantasy. Так, здесь у нас мелочки уберем. А, ну она вот так вот, тут у нее имеются такие ножки красненькие, и вот таким образом она ставится. Конечно, не продумано, куда бы губочку, да, чтобы стирать. Но, честно скажу, выполнена она не айсово, потому что, смотрите, и тут, во-первых, она криво склеена достаточно. Имеются вот такие подтеки клея. Ну, рублей 150, конечно, ее цена, но никак не 300. Ну да ладно. Вот такая вот дощечка еще. Еще наша одна покупка. Это вот такой набор маркеров для вот этой, кстати, доски. 77 рублей. Легко стираются губкой. Здесь 5 штук. Зеленый, черный, красный, фиолетовый и синий. Вот такие вот маркеры. А давайте возьмем самый яркий, красный. Ну, в принципе, достаточно неплохо пишут. Ну и на этом все. Вот такие у нас сегодня совершились покупки в магазине Fix Price. Все практически новинки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я дружу со всеми, всем отвечаю взаимно. Вы были на семейном творческом канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока. До новых встреч.